Примерки костюмов до поздней ночи и ранние подъемы на репетиции. Все, чтобы модный показ прошел на высоком уровне. 10 девочек из нашего региона стали участниками недели моды в Москве. Подробности в сюжете моей коллеги Елизаветы Кабановой. Для девочек из Нарьян-Мара это был первый выезд на такое крупное мероприятие. Перед этим они прошли специальную подготовку. В школе моделинга их учат не только фотопозированию и правильной походке. В расписании также присутствует 16 мастер-классов в месяц. Визаж, этикет, пластика, актерское мастерство, хореография, а также занятия с психологом и многое другое. Уклон сделан на многогранное развитие юных моделей, а показы – это приятное дополнение к занятиям. И нам от организаторов недели моды в Москве, это первый вообще показ для детей, был поступило официальное приглашение, то, что они приглашают наш регион моделей с нашей школы или вообще детей талантливых с нашего региона для участия в Московской неделе моды в рамках детского показа, чему мы были, конечно же, очень рады. Отбор на показ проходил через фотопробы, чтобы представители французского продюсерского центра впоследствии могли понять, в каких еще проектах могут участвовать юные модели. Как признается Ульяна Ерохина, она сразу отказалась принимать участие в выборе, так как хорошо знает каждую девочку. Поэтому была собрана комиссия, которая уже на основе портфолио выбирала участниц. И уже выбранные и подготовленные девочки отправились на свой первый крупный показ. Было, конечно, тяжело, так как приходилось вставать рано и целый день работать, но... Так как я знала уже все, было легко. Мне кажется, что мы получили очень большой опыт, и я думаю, что эта поездка, она очень поможет как-то продвигаться дальше и вообще, ну, поможет нашему будущему. Несмотря на тяжелый репетиционный период, эмоции после показа у девочек были только положительные. Они познакомились с новыми, интересными людьми и получили хороший опыт. Юные красавицы поделились с нашей съемочной группой своими эмоциями. Во время показа я вообще не волновалась. Я понимала, что я полностью готова, потому что за это время нас очень хорошо ко всему готовили, рассказали все, что будет, и вообще, ну... То есть не было каких-то проблем с этим. Нам всегда помогали везде ведущие, они нас как-то поддерживали, подбодряли всегда и помогали нам переодеваться, накраситься между номерами. Мне вообще очень сильно безумно понравилось. Это было потрясающие эмоции, было очень классно. Вот, мне очень сильно понравилось. Помимо показа, наши девочки также поучаствовали в съемке для бренда дизайнерских платьев «Марии Шик». Их уровень подготовки отметила и французский режиссер показа. Юные нарьян-марочки продолжат и дальше развиваться в этом направлении, а мы будем следить за их успехами. Елизавета Кабанова, Леонид Шишелов, телеканал «Север».